У меня, кстати, никогда не было открытых уроков. У меня у самого никто не предлагал провести открытый урок. Но мне сама идея открытого урока нравится, но то, как ее немножко извратили, мне это не понравилось очень. К этим урокам, может быть, у меня такой опыт был, я бы очень хотела узнать, что не у всех так. К этим урокам, знаете, надрессировывались немножко ученики, уже все разыгрывалось по ролям, уже все было известно, какая тема, что мы будем делать. Для этого урока подбирался какой-то метод интересный, то, чего никогда в течение года не бывает, а вот тут вдруг по ролям мы начинаем играть. И вот учитель, он, мало того, что он 2 недели ломает себе голову, за ночь до этого открытого урока он волнуется, ему плохо, он переживает, потому что приходят коллеги, будут оценивать, и администрация приходит. И вот этот вот урок вот такой вот проходит, где учитель потом с мокрой спиной, но все разыграли роли так, как надо, и вот это был открытый урок. Вот я все время говорила, если вы мне предложите сделать открытый урок, вот если я решила, что в этот открытый урок мы с ребятами будем контрольную писать, вот приходите и смотрите, как я пишу контрольную, потому что это и есть мой урок. Это и есть мой урок. И если вы сможете, например, отсюда взять что-то для себя полезное, ну, замечательно. Если вы сможете мне дать какие-то рекомендации, замечательно. Ну, давайте разбирать то, с чем мы работаем, а не то, что я вообразила сегодня, реализовала, а потом, о, наконец-то теперь можно просто нормально работать, как обычно. И поэтому, вот когда ты берешь камеру, и вот как я в пятницу запускаешь, вот среди своей живой аудитории, шумно, кто-то встает, кто-то что-то говорит, разбираются, ну, в смысле, разбирают какую-то ситуацию, они разборки устраивают. Вот это и есть заглянуть на живой урок данного учителя. И если там сейчас идет, например, лекционная часть, и все сидят слушают, это тоже живой урок. И интересно же посмотреть, какой инструмент задействован, какие парты, как они сидят, а почему в парах, а почему в группах, а если вот так. Это все те вопросы, на которые учитель очень хочет знать ответ. Но почему-то об этом, вот о таких каких-то маленьких нюансах, мелочах, на которые я всегда обращаю внимание, вот об этом речи особо нигде не идет.